Шахматы могут стать отдельным предметом в школе. Такую цель ставит перед собой Казахстанская Федерация. Сейчас по стране передвигается шахматный караван. Сегодня эстафету приняла Караганда. Это уже четвертый город в маршруте. Для любителей провели сеанс одновременной игры. Среди спортсменов прошел турнир по молниеносным шахматам. Также сегодня открылся филиал Казахстанской Федерации по Карагандинской области. За последние 10 лет на различных международных чемпионатах отечественные спортсмены завоевали более сотни медалей. Правительство утвердило комплексный план развития шахмат до 2027 года. Основы интеллектуальной игры дети будут изучать с начальной школы в качестве факультатива. Опыт Калмыкии, опыт Армении. Там в неделю один раз шахматы преподаются как предмет. Я думаю, что к этому мы должны прийти в дальнейшем. Министерство просвещения в этом направлении нас поддерживает. Мы сейчас готовим учителей начальных классов, чтобы они могли дополнительно преподавать шахматы. С 4 лет можно начинать шахматы, даже начать разговаривать и играть в шахматы.